Ну, вот. Вид-ти-вид. Вид. Виды. Ну, дико холодно. Дико холодно. Покажу вам немножко наш утренний ритуал. Здесь такая кухня. Ну, это не кухня, а такая зона, где все едят. Такой вот шкаф. Милый. Картина. Ну и тут завтрак у нас небольшой. Вырисовывается. За окном 14 градусов. Вот. Кухня здесь тоже очень старинная. Здесь еще вот такая вот плита. Ну, наверное, у многих такая плита. Просто здесь уже редкость. И вот все такие прикольные вещи. Такой шкафчик. Яички у нас жарятся. Сегодня мы приехали в самый большой антикварный магазин в Катумбе. Ой, здесь просто какое-то великолепие. Начиная, конечно, от дорогих украшений старинных. Ну и заканчивая вообще разными мелочами. Ну вот, здесь прям два этажа всего-всего-всего. Но когда так много, тоже разбегаются глаза. И сложно что-то выбрать, на чем-то сосредоточиться. Покажу вам, что нашла в винтажном магазине. Ну, это клипсы, естественно. Вот такие вот пластиковые цветочки. Зеленые и оранжевые. Они очень милые, по-моему. И вот такие вот зеленые. Зелено-синие. Очень симпатичные. И вот. Так что вполне хороший, я считаю, улов. И книжки. Клипсы и книги. А вот из книг, понимаете, девочки, Платон и французская грамматика. Уже пора взяться за этот язык основательно. А то я все хихоньки да хахоньки. Нужно уже серьезно изучать. А сейчас мы приехали в музей игрушек. Такой огромный музей с таким потрясающим садом. И сейчас вам покажу, что же это за музей. Сегодня уже холодно. Дождик. Я в дождевике. Красиво очень здесь. Деталь. Скамейка Ленинград. И там вот закрыт, такой вот бюст товарища Ленина. Почему? Ну, Тима, они, видимо, были коллекционеры, и вот почему-то вот он у них здесь хранится. Вот сразу такая комнатка. Вообще этот дом принадлежит семье, и это их коллекция. Они здесь до сих пор живут, а какую-то часть дома они сдают вот под этот музей. Все дисплеи, все это они делали сами. Посмотрите, какая милая Алиса. Чаепитие Алисы и шляпника. Видишь, Тимочка? Да. Дима, ты видел Алису со шляпником? Да. Модели кораблей. Целые просто армии. Армии.
гномики. Ну, пускай это грандиознейшая коллекция. Стараюсь вам все, конечно, показать. Куколки такие. Наряду с ними, конечно же, приветики. Это я. А Барби представлены. Это вот знаменитый Лунапарк макет. Вот такие сидят создания. Они меня немножко пугают. Сейчас мы поднимемся наверх. Там дальше будет продолжение выставки. А семья живет в другом конце дома. Посмотрите, какие самолеты. Картины. Поднимем. Целая комната игрушек. Продолжаются баталии. Солдатики, машины, зоопарки, целые зоопарки. И вот еще одна комната. Видимо, это детская комната когда-то была. Сейчас они ее так задекорировали. Такой вот кукольный домик. Вот эти самолеты, которые мы видели снизу, вот тут они висят под потолком. Что же, следующая комната. Ну, здесь так, такая странная энергетика. Мне кажется, лучше ничего не буду говорить. Так, так здесь интересно. Конечно же, Барби коллекции очень много. Здесь целая серия «Волшебника страны Оз». Серия Тиффани, Эдри Хелберн, Мэри Поппинс, Моя прекрасная леди, Скарлетт О'Хара, Унесенный ветром с Реттом Батлером, Мерлин прекрасная. Вот еще куколки. Куколки-пупсики. Какой пупсик. Посмотрите, какие. И у них собаки. Пудели. Дамас. Есть еще такой мальчик. Мальчик такой. Очень красивый этот особняк, в котором находится музей, этот дом. И вот здесь тоже парк. Огромные, конечно, деревья. Все очень ухожено. Красиво. Сейчас мы пойдем еще погулять по парку. Музей мы уже с вами посмотрели. Теперь будет... И вот здесь вот уже дальше идет музей железной дороги. Железнодорожный музей. Очень красивые такие деревья. Платформы. Ну и тоже все, что связано с игрушками. Железные дороги здесь будет представлено.
Вот мы с вами приходим на платформу. Паровозики. Слышите? Какой милый звук. Вот там прям сделана огромная железная дорога. Платформы. А здесь нам, конечно же, продают билеты. Когда первый раз сюда приехали, я очень испугалась. Ну, все испугались вот этого вот милого манекена. Дядечку, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, видите, здесь платформы. Вот раньше вот так вот крутили эти штучки и меняли. Не было электронных табло. Это для билетов. Весы. Сейчас мы $2 опустили в автомат и наблюдаем такую вот железную дорогу. Поезда. Вот он поехал внизу. Это немецкая железная дорога, такой восхитительный просто макет. Угу. Лёша, смотри. Поезд ждёт? Ждём поезд. Куда он приедет? Из горы. А вот эти фуникулёры, они двигаются, нет? Да, это медленно очень. Какие? Они вообще не едут. Вот где? О, видишь, выезжает опять. А вот здесь вот на минуточку настоящий локомотив. Почему бы нет? Тима работает стрелочником. Вот такая вот идея. Ну, красиво, да? Оля, у тебя мой пакет? Не знаю. А? Не знаю. Да, пакетик у меня. Сейчас. Сдай мне, пожалуйста, его пакетик. Ну, просто сумку, да? Спасибо. Ну, посмотрите. Посмотрите, какая пещера. А, значит, в машине. Посидим? Вау. Давайте посидим, что ли. Вообще. Это вот прям дерево. Это вот все живые его ветви. Всю беседку обвили. Красиво. Ну, такие крики сопровождают меня на протяжении всего нашего путешествия. Ну что, дорогие мои, вечер, и мы пошли ужинать. Так как нас очень много, мы дома не ужинаем, поэтому стараемся куда-то выезжать. И вот сейчас такой красивый тут бутик-отель, и в нем находится ресторан. Мы здесь еще никогда не были, но мне кажется, здесь будет просто потрясающе красиво. Ну, про еду не знаю. Так что постараюсь вам все показать. Такая вот история. Уже девочки пришли на ужин. Ну и мы подтянемся. Такой вот отель. Сейчас мы пойдем наверх. Там будет
ресторанчик. Очередной вид вечерних голубых гор. Ну, сегодня реально очень холодно. И долго мы здесь стоять не сможем. Но, конечно, красиво. Облака опускаются. Опускаются облака. Ну, а вот ресторан. Тут девушка играет. Вот так вот сидят все. Нарядно. А мы вот там сидим. Пошли, 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 красавцы, пошли. Вот. Посмотрите, как красиво, какое озеро чудесное. Какие уточки, уточки. Уточки, малышечки.